Алоха, с вами Спортфлейм, и мы продолжаем проходить инди-хоррор Remastered. Hey, wait! Расследовать исчезновение Селесты выполнено. Похоже, там была какая-то девчушка. Jennifer? Действительно ли это Дженнифер? Или нет? Такой классический ход. Какая-то фигура куда-то забралась. И все, и музыка снова заиграла в комнате с трупаком. Воу, труп пропал, а трупы умеют ходить? Ну, судя по другим хоррорам, по резидентам, по ходячим мертвецам и прочему, трупы еще как умеют ходить. Так, здесь какая-то записочка или что это? Фотка? Алые монахини Криста Моренте, ответственные за обработку почвы, плантация Россо Галла, 1970-й. Во время того пожара в поле кто-то выжил. Это она. Я ее узнала. Она словно следовала за Селестой. Пришла к нашей двери через несколько дней после ее возвращения. По словам Ричарда, это знак свыше. Он считает, что это поможет нам вернуть нашу дочурку. Он несет полную чушь. Она и так наша дочурка. Его помешанность Джи... сведет нас в могилу. Это монахиня. Одна из полевых рабочих. Дочь Ашмана. Она сумела подчинить себе этих отвратительных мотыльков. Сама стала частью этого существа. Но я сумела ее выкурить. Она хочет мести за второй прототип феноксила. За все, что мы сотворили. И теперь она убедила Ричарда запереть меня дома. В малой спальне вместе с Селестой. Тут я мало что могу сделать. Нужно было действовать раньше. Нужно было остановить Ричарда и этого чертового Вимана, пока я могла. Все это вышло из-под контроля. Я должна срочно что-то сделать. Как-то отреагировать. Ради нее. Пока сеансы не подействовали. Пока я не забыла. Пока еще не поздно. Их все еще можно ослепить кортизоном. Можно убить. Может быть, это тоже подсказочка ослепить кортизоном. Только кого, мотыльков? Итак, что за... Что такое? Воу. Типа нас игра пытается напугать, такие небольшие скримеры, но я вообще никак не отреагировал. Единственное, в прошлый раз, когда мы просмотрели фильм, там был скример, когда появился дедок, там слегка было неожиданно. Потому что до этого юзали всякие предметы, и ничего подобного не было. Тут бас и дедок. Взят предмет, ручка старого зонтика. Деревянная ручка старого зонтика. Как мне ее использовать? Такие звуки, как будто... Это дедок? Или это кто-то другой? Мне показались звуки немного новыми. Доктор
Сидим-сидим в засаде. Блин, так неинтересно. Вроде как дедок. А, я камеру не могу опустить сейчас. Может, это уже не дедок? Я слишком он болтливый в этот раз. Его фраза даже поменялась. Забавно, лампочка то гаснет, то снова зажигается. Ну понятно, куда ручку использовать. Туда, куда девочка убежала, здесь легко. Даже удивительно, что игра сделала такой ход, что сразу показала нам, что делать дальше. До этого сам находи предметы, находи, где их юзать, а тут бац, и все вывалили нам. Просто-напросто. А, это монахиня? Что-то я смотрю, голос-то немного другой. Вроде слегка и на детка похоже, с одной стороны. Пока, монахиня, я на чердак. Наверное, ты за мной не заберешься, но кто знает, что нас ждет на чердаке. И куда дед пропал? Ну, а манекены, банально. Как бы не знаю. Я знаю, что у некоторых людей просто вид манекенов пугает, но меня вообще не пугает. Не знаю, манекены и манекены, что в них страшного. Они хоть как-нибудь интересно обыграны... в Silent Hill'ах и в фильме первом Silent Hill. Но во всех остальных хоррорах они достаточно банально обыграны. Их просто пихают и все. Вспоминая, если вспомнить, тот же Evil Within первый, там тоже есть манекены, но они просто так есть и есть. Толку от них. Это даже не враги, просто они есть. Нас тем самым пытался Визин первый напугать, что ли? Я не знаю. Какой-то домик игрушечный. Кажется, тут живет маленькая девочка. Ну, в принципе, это предсказуемо. Мы же видели, как сюда и скрылся какой-то ребенок. Все манекены, похоже, женские. Голое женское тело. И не надо 18+ ставить. Манекен, потому что. Ха-ха. Хитрый ход. Новый дом, новое дело, новая жизнь.
1965. Распаковка вещей. Ариана и Сэл. Я Дженнифер. Все? А где монстры? The responsible authorities are trying to make light of what has happened. Now let's go to the report. Chotoskoro. A phone line repairman was attacked this morning in an underground car park. Surveillance cameras show a blonde woman in suit with an elegant, innocent air about her who approached the man with the pretext of lighting a cigarette. The woman then attacked the man, wounding his head. The wanted person, aged between 30 and 40, then browsed through the man's briefcase containing confidential information about the users who asked for the phone line to be repaired. She stole the van and started driving to an unknown destination, leaving the man unconscious. The authorities are now checking for any evidence that the woman might be looking for a particular address. Although the man is now out of danger, he has suffered lesions and a concussion and has been admitted to a hospital nearby. A few hours ago, the authorities provided an identikit of a woman based on the victim's description. We invite you to contact us if you find yourself in the presence of this woman, or if that you have woman seen a specific looks like woman. You. Who are you? I hope you'll forgive me for before, but you mustn't touch my things. My things are mine. You mustn't. That photo in the loft. What happened to that door? Richard made it disappear. He doesn't want anyone to go in. What do you mean? That door no longer exists. There is now a wall. A wall behind the fireplace. A fireplace? There. You're gonna find what you're looking for. Did you know that here, it is full of butterflies? This is a butterfly. Итак, у меня новая задача. Исследовать подозрительный камин. Забавно, в новостях показывали женщину, которая долбанула какого-то мужчину, угнала фургон белый, и там фото похоже на нашу героиню. Может, будет такой твист, что на самом деле наша героиня злодейка, или она тоже находится под эффектом этого лекарства, из-за чего у нее какие-нибудь глюки. Thank you.
Я уж думал, на нас никто не нападет. А я теперь, оказывается, уже не на чердаке. Теперь нету детка, теперь за нами эта монахиня. Только ходит. Если нету детка, может, его вообще не существовало в связи с этими событиями, которые мы увидели в новостях по телевизору? Может, действительно наша героиня находится сама под этим лекарством и видит глюки? Это, конечно, банальный будет твист, поскольку он не является каким-то новым для хорроров, для триллеров. Но ладно, тем не менее, посмотрим, как все будет. Ну что, можно пройти через кухню? Те помещения. Надо там все обыскать. Поскольку новая комната. И наверняка там что-нибудь нужное нам по сюжету лежит. Блин, еще все такое темное. Привет. Привет. Нет, не так. Да ладно. Окей, мы начинаем отсюда. Я взял батарейки. Воу! На нас и эта дамочка нападает. Так, ну я получил батарейки, и наверняка с помощью них я смогу сейчас передвинуть лестницу в подвале. У монахини все же голос похож на доктора Фелтона местами.
не знаю, так и задумано, или один актер озвучивал, или это просто мне так кажется, что голос иногда похож. Неплохо, в этой игре есть все-таки небольшие, как мы видим, чекпоинты. Я же не сохранялся. И все равно начал не с точки сохранения своей, а чуть подальше. Тогда батарейки. Лестница электрическая, что ли? Я таких вживую не видел, но, вероятно, такие существуют. Банка масла. Так, снова был значок метронома, так что, скорее всего, это еще одна точка чекпоинта. Банка масла, полупустая банка смазочного материала, найденная на одной из полок в подвале. Можно использовать его, чтобы смазать заклинивший механизм. Сколько у меня? У меня две задачи осталось. Исследовать подозрительный камин. Еще одна задача, возможно, основная на всю игру. Или на особняк, но, как я и говорил, скорее всего, вся игра будет в особняке. Так, если она сейчас нападет сзади, мы выбегаем через эту дверь. Если через эту дверь, мы оббегаем ее. И выбегаем через другую дверь. Так, присаживаемся. Хорошо, что можно и не присаживаться, а просто так ходить. И мы вроде бы тогда не шумим. А, монахиня, блин, там. Плохо. Мне туда надо. И она там, как назло. А, тряпки-догонялки. Придется в них снова поиграть. Так, а Дженнифер или Селеста, или как ее там вообще зовут? Она, похоже, за нами никуда не ходит. СП, она еще за нами ходила. Ух, от двух врагов бегать по такому маленькому особняку было бы жестко. Я вдалеке вижу монахиню. Куда-то она там в бок пошла. Но снова, блин, в той же самой секции находится. И мне вроде бы туда нужно, потому что вроде бы камин находится там. То бишь на первом этаже. А, можно крутиться. Ху-ху! Е-е-е! Наконец-то она двинулась еще куда-то. Так, она наверх пошла. А наверху у нас еще второй этаж. И еще можно наверх забраться. Но там уже не полноценный этаж. Come to me.
А может и не здесь камин? Может быть он выше? Я в домике. Я успел. Ну, не знаю, игра вообще не пугает. То есть вот эти догонялки, ну ладно, я убегаю. Но на меня не наводит страх. Не тот дедок, не эта монахиня. Но бегают они за нами, и что? Вот камин. Судя по всему, за этой стеной что-то есть. Все так темно. Так, мы выполнили еще одну задачу, значит, мы идем в правильном направлении. Дайте мне сохранение хотя бы. Но мне вместо этого дают шкафчик, где я могу спрятаться. Ну, спасибо, блин. Еще какая-то фотография. Зачем ты выросла? Зачем ты стала Дженнифер? А, вот, есть точечка сохранения. Отлично. Все же да. Главную героиню в Clock Tower в первой части звали Дженнифер. А эта игра, как я уже говорил, изначально была как фанатская игра в стиле Clock Tower, а-ля этакий ремейк Clock Tower. Может, Дженнифер это вообще наша главная героиня? Так, еще. Я не могу сдвинуть. Но у меня есть банка масла. Теперь наверняка сдвинется. Так,
Такое ощущение, что за этой стеной что-то есть. Бум! Теперь здесь проход. Долби в стену, делай проход. Обследовать комнату Селесты. Чё моя главная героиня еле плетется? Я же только что сохранился. Должна чувствовать себя бодрячком. С полным здоровьем. Хотя, может, оно не полностью восстанавливается. Так, здесь ничего нет, как я понимаю. Только одна дверь. Кровишка какая-то. Так, обследовать комнату и найти способ выбраться из особняка. А вот что-то лежит. Это кирпич. Кирпич куда-то кидать надо. Может, в зеркала? Попробуем. Похоже, да. А, я не попал, да ладно. Прицел был точно в зеркало. Почему я не попал? Я должен был учитывать, как полетит, как эта линия называется, траекторию, все дела. Но, блин, обычно в играх, куда прицелился, туда и попал. Ну, в некоторых шутерах есть траектория, но она все равно работает не так, как в реальности. Здесь, конечно, бегать постоянно за кирпичом туповато немного, ну ладно. Механика игры такова, что я не могу с собой сразу 5 кирпичей взять. Так, раз, два разбил. Эти тоже поразбивал. Но еще все еще есть какой-то скрежет. Ага, вот еще одно. Может, еще в ванной? Нет, ванная это типа, похоже, подсказка. Она вроде как разбита. И намекает нам на то, что нужно поразбивать зеркала. Вот еще. Так, мотыльки, если я в них кину, или моль. В общем, какие-то летающие насекомые, которые были и на трупе. Этого больше ничего нет. Вот что издавало звук, вероятно, а не то, что я зеркала не разбил.
out of my room. It was too dark. I can't remember who I am. All my memories seem to be blurred now. Mom barely speaks or eats. Just like me, she's not allowed to go out. She's been sleeping in my bedroom for years since I left. I sleep with her at night. We just curl up in that bed. Dad locks us in. And I can hear him pray and cry through the walls. Mommy confessed. It's all their fault. But I should have never come back home. Okay. Mom will help me to get away, just like the other time. I showed her that one of the boards was misplaced behind the wardrobe, and that I could access the attic through the space between the rotten wall panels, creating a passage. I could probably climb down the drain pipe and leave. I hope to convince Mom to come with me. It's too late. I don't know what I will leave behind myself in the blurry memories. I need to remember. I want to remember. I must. I just remember. I promised that we would have seen each other again on top of the world. Теперь я все еще больше склоняюсь, что наша главная героиня, возможно, и есть Дженнифер. Добраться до чердака, попытаться сбежать. Новая задача. Последняя, похоже. А как? Как насекомых пробежать? А, вот так. Просто заглянуть в шкаф. Сохранение. А что ж мне игра писала после первого сохранения в игре, что все, больше не будет автоматических сохранений, дальше сохраняйтесь сами, ищите метронома, но при этом... Сама же дает мне сохранение игра. Блин, локация очень темная. О, я теперь понял, зачем здесь сохранение. Ладно, разработчик хотя бы побеспокоился об игроке и дал ему тут сохранение. Очередной момент,
С этаким кутые, привет, Резидент Эвилы, со всякими щупальцами, с потолка и стен. Ну ладно, лучше так, чем на нас прямо нападут. Так, я по кругу, что ли, иду? Не знаю, может это босс файт, и я должен все же на кнопочки нажимать. Я пока просто могу уходить и... И все. Бегать я тут не могу, естественно, потому что вода... До этого удавалось обходить и не нажимать кнопку, сейчас не удалось. Так, ладно. В принципе, я круг сделал, но там вроде как проход, где решетка. Посмотрим. Да блин! А! Ох, шесть проигрыши, ваншотные смерти. Возможно, под конец игры, потому что... Я уверен, мы близки к концу игры, или к концу, не знаю, какой-нибудь первой главы. Судя по выполненным задачам, а их немало. В следующий раз будет Б, наверное, да? Да, Б. Так чего появилось? Нет. Нельзя открыть инвентарь. Два раза Б. Три раза. Надо искать выход, вероятно, потому что мы, похоже, не можем навредить тому, кто нас атакует. Я тупо по кругу хожу. Тысяча девятьсот семьдесят третий.
Так, одна точка только, которую можно заюзать, это вот эта фотография или еще что-то, или мне... Больше ничего я не вижу. Ладно, заюзали ее, что дальше? Такое ощущение, что здесь график стало похуже внизу. Не успел среагировать. Вроде и время дается, но его дается не так-то и много. Поэтому мы погибаем и, похоже, будем много погибать на этом моменте. Но хорошо, что игра нам дала сохранение. Добраться до чердака. А в документах... Коллекция... Ага, фотография Селеста Дженнифер. Ладно, я, наверное, помолчу, сконцентрируюсь. Хотя это не особо поможет. Туда я аж пошел сейчас, вроде бы. Где это... Фотография, где написано 1973, вроде бы в этой стороне. Или это все пути по кругу? Подкинула игра чего-то новенького. Под конец, так сказать, нажимай куда я кнопочки, чтобы не погибнуть. Пойдем в эту сторону. Если я буду идти без фонарика. К сожалению, фонарик здесь никак не помогает врагу, поэтому можно идти и с фонариком. Если сразу обожжать. Не работает такой трюк. Чтобы не прогадать, какая кнопка. Сегодня явно не мой день для таких кутыешек с ваншотами. Но нам нужно это пройти так или иначе. Это будет самый длинный кусок этого видео, скорее всего. Блин, в первый раз даже лучше получалось.
Ну да, если бы здесь поставили просто Ctrl-E всегда на одну кнопку, то, в принципе, было бы слишком легко. Один палец на одной кнопке находится, и все. И все бы легко решалось. Я вижу, что слева точка, и по прямой еще какая-то точка, которую можно завязать, но слева где-то вдалеке. Так, что это у нас? Это какая-то другая точка. То есть, похоже, сюда и надо было идти. То есть, в другое направление даже не обязательно было идти. Оказывается, все гораздо проще, чем кажется. Ну ладно. Тогда не придется это видео делить на два. Все будет в одном видео. Первое место. Лучшие розы 1929. 1929. Любимый мой муж. Наша малышка Дженнифер Пелтон, цвет очей наших, празднует свой врожденный талант к садоводству. Пусть ее победа станет добрым предзнаменованием тебе и войскам Муссолини в Эфиопии. Мы по тебе скучаем, твоя возлюбленная. They can't be the same person. Same. Jennifer? Jennifer, Richard Dean Felton. Split personality? Unhealthy upbringing by deceased father. I was a disappointment to him. A wimp. Overdose of hormones and testosterone. I once or twice refused to go through exams. This is why he wouldn't go further through exams. They would have understood. Now I understand why he was obsessed with his growing daughter, and why he started calling her Jennifer. She was everything his father never wanted him to be. Jennifer.
Найти выход из подвала, избегать встречи с Дженнифер Фелтон. Ага, это мы уже смотрели. Так, то есть раздвоение личности у деда? Или у Дженнифер? Но в любом случае, то есть... Не у нашей героини, хотя там Ричардина написано. А у нас тоже доктор Рид. Ой, привет! Жесть! Бежать, бежать! Ее гвоздомет, похоже! Слишком горячий дым нужно. Блин, ну привет! Вентиля из Outlast первого. Вентиля из Визина первого. Первой битвы с сейфоголовым. Лучше бы такого не было в игре, но... Ладно. Я же подвигал вентиль. Наверное, нужно еще где-то найти, может быть. Да, я думал, уже конец будет, но нет. Через чердак еще пробегать, и здесь враги. Точнее, один враг. Блин, она читерит, потому что стреляет. Своим гвоздометом долбаным. Здесь никуда не спрятаться даже. Ферма Россо Галла. Распространение продукции. Произведено и упаковано в Италии. Так, я два вентиля покрутил, наверное, этого хватит. Хотя я не исследовал там дальше проход. Теперь мне бы найти... Снова, где этот пар находился.
Здесь, конечно, нельзя никуда спрятаться, но локация построена так, что мы тупо бегаем по этакому лабиринту, как я понимаю, и легко убежать. А, наверное, никуда спрятаться нельзя, чтобы якобы... О, что-то новенькое, атмосфера, типа, страшно было. Ну, не страшно, конечно. Просто не хочется проигрывать, чтобы по второму разу одно и то же не проходить. Ферма Росса Гала, распространение продукции. Так, Парычо все здесь. Значит, где-то есть еще вентилек. Окей. Будем искать. Пока-пока, Дженнифер. Пока. Так, тут тупик. Да ладно, почему? Почему она замочила нас? Наверное, потому что я много урона получил. Но других никаких догадок у меня нет. Из-за чего еще? В общем-то, похоже, нам нужно 3 вентиля, может быть больше, но я 2 прокрутил. Ничего не произошло. Вопрос в том, где находится 3-й вентиль. Локация достаточно однообразная. Из-за чего поиски наши усложняются. И если это только глюки, а не настоящие люди, то почему же они... Нас убивают. Типа наш мозг от лекарства уничтожается. Или как это работает-то вообще? И зачем мне этот предмет открылся?
Вот он, третий вентиль. А теперь мне нужно найти еще один, который я уже находил. И, наверное, все. В Outlast'е была схема трех вентилей. Наверняка и здесь подобная. Что мне, конечно, не нравится. Но выбора у нас нет. Придется играть по правилам этой игры. Так, музыка усилилась, значит, где-то рядом. Здесь такой закуток, и отсюда никуда не выбежать, только один проход, и если я сейчас столкнусь здесь, я обязательно получу урон. Блин, как же здесь не хватает сохраняшки. Или какой-нибудь лечилки. Но здесь нету лечилок. Только сохранения, которые нас могут подлечить. Как же она там бесится-то, орёт. Но это вообще не вызывает страха. Ну ладно, орёт и орёт. Ну, конечно, если бы она вообще не орала, это было бы странно, это же все же хоррор. Кто-то в нем должен поорать, если не сам игрок. Я тем временем пробежал кружок. Опять же, по этой же локации. Так, все же скорость нашего бега замедляется. По крайней мере, по ощущениям. Так, еще один вентиль. Надеюсь, это последний. Получается, третий, который я уже находил. Да. И снова сохранение. Добраться до чердака и сбежать. Я так и знал, что сейчас снова будет какая-нибудь беготня. Так. Еще одна смерть. Я не должен здесь бежать? Что, здесь же вроде как по скрипту. Да, но в любом случае на нас нападает. Да ну. Убивает. Причем, не знаю, убивает она здесь с первого попадание, потому что это скрипт здесь так работает, или это потому что считается, что у моей главной героини уже мало хп осталось. Пожмякал закрыть дверь, но не успел.
Ладно. Вариант такой. Как я понимаю. Быстро бежим, закрываем дверь, можно попробовать ее подержать. Держим дверь. Я отодвинул шкаф, была закрытая дверь. Можно было вроде бы еще один шкаф отодвинуть, и уже другой. Там может какой-нибудь ключ или еще что-нибудь. Ох, запарно, что она меня теперь ваншотит. Причем ясно почему. Ага. Закрываем дверь. Привет, Resident Evil 4. Чего-то не хватает. Она там бесится, что не может открыть. Вот всякие такие смерти, это уже... Уже все больше мне напоминает Clock Tower. Но я не понял, почему я сейчас погиб. Слишком долго возился? Или я снова что-то сделал не так? Ладно, здесь уже поинтереснее механика, чем там, где надо было нажимать то А, то Б. Или нас протыкали. Ладно, забегаем. Ключ, ключ. Где ключ? Еще не появляется, пока я не посмотрю в дверь. Вот же ж. Вот это уже по-любому скрипт. Проигрыш, что ли? Серьезно? Нет, а теперь почему-то засчиталось, что... Не знаю, долгая загрузка, может, это какой баг был? Или так и должно быть? Может, просто в первый раз я слишком долго все делал. Я так и не понял, почему, короче, но вот. Все это одно видео, я ничего не обрезал, это будет длинное видео. Я думаю, уже до самого конца. Что в задачах осталось? Добраться до чердака. Так, и под каким углом смотреть? Там был значок лупы. Куда-то он пропадает.
баги какие. Блин, не люблю я такое в играх. Когда подойди под правильным углом. Как в первых резидентах, но это... Там уже привычно, не критично, и там хотя бы знаешь, что это точно сработает, если под правильным углом все же подойдешь, а здесь... Если я присяду. Значок появляется и пропадает. Оп. Как это? А, привет, сестра. Задача добраться до чердака. Вроде как осталось. Мы же уже были на чердаке. Может снова попробовать туда забраться. Если, конечно, это можно будет сделать. По тому проходу, через который мы туда забрались изначально. Мы же там получили по башке. Где-то рядом шляется. Да, задача добраться до чердака. Попробуем это сделать. Так, а в событиях? Исчезновение, кошмар, расправа. Мучение. Ага, смотрите, написано, что Фелтон на самом деле женщина. Она была рождена Дженнифер Ричардиной Фелтон. А когда вернулся отец, он заставил ее жить как мужчину. Просто в катсцене не совсем это я понял. Когда Фелтон убил свою дочь, он был убежден, что сумеет уничтожить в себе остатки Дженнифер, которая продолжала его мучить. Даже Феноксил не сумел стереть ее окончательно. Даже Феноксил не сумел стереть ее окончательно, лишь усмирить. Заколебала она там рядом где-то ходить. Хотя, может, она в стороне ходит. Выход на чердак вроде как раз таки на этом этаже.
cousin knew the mark of the blade. And when his mother screamed that much, a blood red death was still his touch. Так или не на этом этаже, или все же должен быть какой-то другой путь? Теперь, чтобы добраться до чердака. Здесь вот ничего такого нет. Лифт едет. О, да. Смотрите-ка. Я не ожидал, я наобум решил попробовать. Ну да. Мы просто ничего не делали для того, чтобы лифт заработал. Мы же ничего не включали. Но лифт заработал. Черт, ничего не происходит, должен быть способ это остановить. Очередная смерть, как в Клок Таверах. Ладно. Давайте тогда на этом моменте это видео закончим, оно все же будет не до конца, оно будет длинным. Больше, чем час, я так понимаю, если не 2 часа, но мы и прошли немало. Тем более, к этому видео я не готовился, то есть я не проходил заранее вперед, как на 2-м видео. И на 3-м, поэтому здесь я больше тупил. Но, тем не менее, мы прошли немало. И тогда будем искать путь... Как пройти лифт уже в следующем видео, а если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь с друзьями. А с вами был SwordFlame, всем пока!